Быстрее ставь лайк за 3 секунды, если хочешь, чтобы каникулы никогда не заканчивались! Ё-моё! Ой, руки, ноги на месте! Так, а что? Что это было? Я не понял. Это что такое? О, парни! Здорово, Диман! Здорово, вы тоже проснулись? Поставьте кровать, ага. А, так что мы тут все спим? Вы в курсе, нам надо брат проверить? Надо проверить. Ага. Уже погнали, что стоим? Сейчас пойдем и проверим. Ну что ж, ребят, все здорово, с вами по-прежнему Оверфони и Бобби, и добро пожаловать в угарную игрушку под названием Roblox! Всем хай, братва! Здорово, чуваки! Ну что ж, ребят, сегодня мы поиграем в интересный режим. Сегодня нам нужно будет проходить опасные ловушки и страшные испытания в страшном доме. И, возможно, скрываться от страшного пацана. Сегодня будем вместе с вами, друзья, пугаться и максимально потеть. Мы надеемся, что вам все понравится. Смело ставьте лайкусик, если вдруг не успели поставить за 3 секунды. Острая попытка, заранее огромное спасибо! На нас, пацаны, будет безумно приятно. Ну что, Андрюха, садись за свой стримерский комп и начинай стримить. Я начинаю, погнали. Ага. А чё он не работает, блин? Ого, у нас там вообще накрылся. Помехи. Накрылся медным тазом, друзья. Ё-моё. Скорее всего, из-за молнии, грозы на улице. Ага, натуре. Ливень. Наверное, друзья. Ну ладно, парень, чё, погнали проходить, суета. Побежали. Ой, капли какие-то. Давайте смотреть, чё тут. Капли. Нифига себе у нас дом какой опасный, страшно, парни. Страшно, мужики, страшно. О-о-о. А что это такое? Ух, это жесть. Это вообще, о-о-о. А нам нужно было проверить брата, правильно я понимаю? Комната силы. Да-да-да. Наверное, братишку надо проверить. Так, здесь закрыто у нас, блин, не держи. Открывается. О, найди комнату силы обратно. Так. Брат, тут это за углом. Держись, смотри, подальше. Сзади будет. Найди комнату силы. Офигеть, чё? Побян, что ты ноешь? Это, смотрите, воба, он может быть везде. Вот, найди комнату силы. Вот, надо было добежать до этого. Вон он, друзья, смотрите, это кто? Да. Электричество выключилось. Это наш брат или это какой-то страшный чел? Я не знаю, кто это. Я такого не знаю. Ага. Не мой это брат. Блин, друзья, это? Нам нужно найти это, электрическую панель. Это, наверное, в комнате электричество. О, крипово. Угу. Пожалуйста, пожалуйста, крипит, пожалуйста. Всё. Включаем. Ножка. Включаем электричество, друзья. Надо все вернуть. О, теперь, когда электричество вернулось, я должен проверить своего брата. Погнали, так, к братишке. Жесть, давайте, парни! Выдвигаемся. Братан, что ты суетишь? Да, комната. Комната брата. Куда нам комната идти? Стаи. Опа, а его нету! Нету? Куда делся брат? О, а смотрите, тут записочка. А ну-ка, давай-ка прочитаем. Что написано, Бабян? Кто не сказал мне... Там это, вы загородили немного. Никто не сказал мне, что успех оставит вас пусты внутри, когда никто не поделится им с вами. Никто не сказал мне, что успех оставит вас пустым внутри, когда никто не поделится им с вами. Цитаты Бабиана. Слышите, так следы. Он тоже был стримером, но здесь тоже комп сломан, друзья. И смотрите, наш брат ушел в вентиляцию кровавыми следами. Может, его кто-то сюда это запихнул? А что ты, Бабиан, порофлил с микрофона? Да, смотрите, какая здесь коробка передач. А, нифига себе. Ладно, погнали, найдем брата, друзья. Это вообще какой-то прикол. Мы бежим по этим, по канализациям, по вентиляциям. Андрюха, ты где там? Ща, погодите, бегу, парни. Погоди, Бабиан, Андрюху, все вместе пойдем. Там что-то скрипит, все слышите, да? Да, слышим. В натуре очень опасно, давайте, парни, бежать аккуратно. Так, нам куда? Ох, стрёмно, мужики! Да-да-да. Ох, стрёмно, парни. Куда он убился-то, братишка? А, чё там, Бабиан? Дай, пошути. Нафиг ты троллишь, Бобис? Ребят, ну слушайте, интересный режимчик. Это у нас чекпоинт. Мама. Это ящики летают. Я думал, это что, полтергейст? Так, парни, разве мы не были здесь? А? Может, домино поиграем? В какое домино? Нам надо выбираться отсюда. Погнали. Мужики, смотрите, здесь газовые трубы. Аккуратно. Я вот еще сплавился на первой же ловушке. Жесть, погнали, пацаны, я побежал. Опа, так я тоже умер, а как пройти? Че за смерть, блин, друзья, почему так сложно? Алис, окинули? Алис, окинули? Я не допрыгнул совсем чуть-чуть. Тихо, я стою, газы. И пошел. Фух, нормально. Давай, Андрюха, проходи. Давайте меня... Да что такое, как это проходить? Ну что, такими темпами, друзья, мы нашего братишку не найдем. Его сожрет какой-то демон. Что-то тут страшное происходит. Но вы видели в коридоре этого страшилища? Да-да-да. Это вообще было мега страшно. Тут перепрыгивать, ну все, нормально. Так, пацаны, стойте. Надо приготовиться, идите сюда.
Заряжаемся, мужики! Вперед! Ну все! Надо осторожнее! Погнали! Суэдэшо! Ой-ой-ой-ой-ой! Так, жду, тут газы-газы проходят, и я бегу! Это я пукаю! Ага, симулятор пука ты! Так, ну вот, я здесь! Жди, проходи! Ну вот, жди и перепрыгивай! Ты только жди! Жди! Погнали, парни, в чекпоинт! Надеюсь, там будет чекпоинт, а чекпоинт еще нет! Так, не удерживай переключатель! Не держи, не, да-ка! Так, не держай! Мужики! Мы провалились куда-то! Господи, куда мы летим? За игры разума! Мужики, мы где? Куда плыть? Я засыпаю! Ой, парни! Ёба, где мы? Мужики! Что такое было? Я не понял, куда мы упали? На что, смыло унитаз? Где мы, блин? Не знаю. В натуре, что это за место такое? Такого не помню. Мне, я, кажется, знаю, как вылезти. Надо поставить коробки и это, и вылезти. Вон, ищите, вон, коробочку. Оп, строитель. Короче, одну коробочку, парни, я нашел. Сейчас надо отсюда выбраться. Вы понимаете? Я еще одну нашел. Это кто нас сюда вообще притащил, а? Мне это не нравится. Мне это вообще... Мне это тоже не нравится. Может, реально маничело какой, блин, а? Ну, мне это не нравится. Коробки это у каждого свои. Ну а да. Здесь записка, кстати. И что там написано, Бабян? Я вижу тебя. Блин, ищите по углам. Где он смотрит на нас? Может, видит? Сверху где-то? Это может наш брат нас видит? Или этот страшный монстр? Мне кажется, там да монстр. Да не. Так, сверху его вроде нигде нет. Но он как-то нас видит, парни. Наш брат такое не может сделать. Блин, вот это страшилка, друзья. Это супер страшная обе, блин. За это лайкусик, реально. Мне уже, честно, страшно. Страшно, Бабян? Наш обкакался. Я не чувствую, друзья, уже попахивает. Просто Бабян сидит в соседней комнате, и я все чувствую. Воняет говном. Лютым вообще, воняет кокулями. Да ладно. Че, Бабян, тащишь последнюю? Тащу, тащу, да. Погнали, чекпоинт! Наконец-то! Блин, здесь так чекпоинты разбросаны. Да, это я или комната становится меньше? Смотрите, реально сужается, парни. Что происходит? Это галюны или аномалия? Вау! Жесть! Это прям сужается люто. Вау! Слева. О, смотрите, друзья! Вот это страшилище! Капец! Ё-моё! Что ты сделал, демон, с нашим братом? Эй, ты кто, да? Это марионетка, смотрите! А, марионетка. Он ломает, блин, этот, ой, головой, ой. Лбом ломает стекло. Он не выбрался. Так не он один здесь, смотрите, да, их тут двое. Их куча вообще, жесть! Давайте в чекпоинт, парни. Быстрее, давайте, быстрее, быстрее. Чуть-чуть осталось. Опа, хорошо. Совсем немножко. Он идет, написано, он идет. Давай, Андрюха, все, в чекпоинт, быстрее от него. Он идет, реально. Лицом так, так. К своим демонам. Лицом к своим демонам. Лжец, так, так, больше, так, 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 страшилка, друзья. Алло, Пак, ты в порядке? Это брат его. Он плачет. Это брат? Тихо-тихо-тихо. Найдите ключ, пацаны. Он хочет тупить, он обезумел. Ищите ключ, наш брат сошел с ума. На стенке, где стрелы? Мы ненавижим вас. Вон ключ, друзья. Ё-моё, ёкарный баба, ёкарный мене. Очень страшно мне. У него два лица, один занят, другой спереди. Да, у него два лица, это двуликий. Вы нашли ключ? Да-да-да, на стене бери. У меня почему-то его нету. Мышкой или на... А мы сейчас откроем. Больше фрек, дум, фак, мы сейчас откроем. Погнали. Оно не на всех. Бабян, ты выбрался? Нет. А мы выбрались. Так, Андрюх. Ключей нету. Подождем Бабяна. Фух, фух, парни, я здесь. О, все, Андрюха, давайте идем дальше, пацаны, все вместе. Забытая память, а как нам? А мы высоко прыгаем. О, нифига себе. Мне кажется, парни, это сон нам снится, устрашилка, ужастик. Слышите? Мы вроде проснулись, ема. Не знаю, машина-пожиратель вон какая-то бибикает. Ой, бибикает. О, сигнализация. Посигналь себе, блин. Воу, летим отсюда! Воу, дальше! Летим. Да я хотел сказать, Кишим Жиштакаев, блин, за нами тишин. Погнали! Уходим! Прощай, друг! Смотрите, здесь труп. Прощай, друг, и здесь труп. Пи-пи-пи-пи-пи! Нам бы проснуться! Уходим! Ой, я вижу свет в конце сна. Здесь включено YouTube. Вон написано, видите, парни? Ага. Где? А, ну да. А, сдаться включено YouTube уже. О, куда, пацаны? Правильно, проходите в дверь. В дверь надо? Погнали, парни. И чё там? Я снова потерялся. Попытка найти дорогу домой до сих пор не знаю. Где мое место? Мы что, потерялись? Нам надо прийти домой уже. Где мы? Правильный путь. Мы потерялись, нам нужно прийти домой. Да, надо выбрать. Левая, правая. Тут посередине. Левая. Там вообще-то левая. В смысле, левая палочка Твикс, ты имеешь? Да, там надо по левой. И потом по левой.
Там да? Два по левой, да. Во, по кайфу. Там еще и червяки, друзья. Ну это я просто. Боюсь. Это мега опи, друзья. Это мега страшилка, мега прикол. Че? Не, ну загрузка действительно есть. Че, Андрюха? А вы тоже слышите электричество? Да, мы слышим электричество, это ладно. Это у тебя из попы искрится. Это, наверное, скорее всего, вот эти провода искрятся у Бабиана, не у Андрюхи из попы. Хотя, в натуре. Все может быть, на самом деле, правильно, парни? Да. Не, ну я бы, если что, понял бы. Блин, ну вы слышите этот зловещий смех постоянно? А как в воде умер? Да. А воду нельзя, Бабиан, надо по машинам! И шипы! Там еще и шипы! Жесть, Андрюха откинулся. Я не думал, что оно убивает. Это как гвоздь. Так, и парни, теперь нам это, прыгать. Ой, блин, слушайте, мы на стройке по строительным лесам прыгаем. Я вас здесь подожду, пацаны. Парни, обернитесь, я сзади. Ну что, все здесь, погнали. В чекпоинт, парни. И куда мы попали, слышите? Сюда нам надо идти. Блин, стройку какую-то. Это вообще паутина. Здесь вообще людей не было, наверное, 1000 лет. Отдохнем. А давайте присяем, похрапим, пацаны, давайте. Поспим. А как... мне все-таки, я думаю, мы во сне или нет? Не, ну здесь уютно, кстати. Ну да, я бы тут жил. Еще бы компик поставил, да, и девчонок бы позвал. Так, Андрюха, зачем? А, уго, мужики, не получите... Кобвеб. Это гигантская паутина. Пацаны, за нами что, паук сейчас будет? Да. Парни! Убегите! Почему я смотрю тут? Ё-моё! А как повернуть камеру? Камера фиксирована. Шеф, уходи! Меня сожрал этот паук, парни. Жесть! Офигеть. Дядя, меня сожрал брат-паук. Ё-моё, друзья! Это вообще жесткая крипипаста. Это вообще... А что будет, если я не буду двигаться? Так, тихо. Воу, да, он жирает. Ой, ты что, Дима, я прошел, делаешь? Парни. Слышите, парни, а вы камеру научились там переключать? Нет, а там нельзя, там так все фиксировано, это кино, шеф. Капец, друзья, и как там прыгать тогда через эту паутину? Прыгать. Я боюсь. Ребята, я боюсь. Шеф, следующий, давай. Это кино. Это 4 прыгать. Это кино, друзья, он бежит за мной. Прыгаю. Нормально! Шеф, осторожно! Не попади в коп-веб! Я прыгаю, я не хочу попасть в паутину, я перепрыгиваю, парни! А там поворачивать надо? Нет, где-то? Нет, по прямой! Я в паутину ударился! Жесть! Ай, споткнулся, шлифоньер! А как это вообще пройти, слышите, это нереально! Ну что, друзья, последняя попыточка пройти, погнал! Опа, перепрыгнул, пацаны, бегу дальше! Опа, суета! Давай киберспорт, там раза 4 прыгнул. Перепрыгнул! Еще перепрыгнул! Давай, ждем тебя. Так, еще бегу! И еще, пацаны, сейчас буду, наверное, прыгать. Еще перепрыгнул! И куда, парни? Дальше беги, там дырка! Да господи, в дырочку попал! Лечу! Фух, слава богу! Ё-моё, пацаны! Братишка, куда бы я хотел со мной? Чтобы стоял, это вроде? Не было, это смерть. Бобис, а ты где? А, сейчас. Ну все, мужики, я сам, погнали. Ага, ну все, бежим, друзья. Бабиан у нас там что-то притаился. Погнали наверх, друзья, выбираемся. Ого, тут газы. Офигеть. Жесть. Ну что, пацаны, не ожидали вы такого поворота событий? Да кешьте. О, чекпоинт-то вообще в самом низу, жесть. Давай поднимайся. Так, парни, сейчас. Опа. Там еще шипы дальше. Я забыл, что там второй раз дует. Ветер с моря дул. Нагонял да, беду. Дует. Меня сдули, блин. Меня сдули. Ты сдует, смотри. Нет. Ладно. А че ты, Бабиан, думал, что я дуралей? Ну да. Нет. Грубо. О, чекпоинт, парни, и погнали дальше. Ебой. Погнали в калитку. Я порвал себе, блин. Тихо, Андрюха укололся, друзья. Кроссовки порвал. Давай, проходите. Повезло, Андрюх, что тут был чекпоинт. Погнали. Раз, два, суета. И сюда открываем. Ага, и погнали, пацаны, бежим. Бежим. Let's go, let's go. Нифига себе, здесь эти вентиляционные шахты огромные. Катакомбы. О, слышите, там что-то... Видел, да, сжимается? Мне это не нравится. О, это супер пресс, друзья. О, там он справа этот, уродец. Ух ты, ну вот он. Сидит камень, на, блин. На ему по голове. Аккуратно. Мне повезло, что здесь стекло. Парни, здесь тоже. Ага, а там есть чекпоинт? Нет. Блин, жесть. Ай! Бабиан, прошел? Аккуратно, да. Так, хорошо, я тоже прошел. А здесь что? Чекпоинт. О, чекпоинт. Погнали? Так, по следам, смотрите, надо идти. Налево, сюда. Точно по следам. Да, по следам, вот за мной. Налево следы показывают. Ага, так, аккуратно. Теплые еще какие-то. Ага, вот следы.
Так, ага, вот так. Тепло. Вот так, что пацаны. Такой? Вот так, пацаны. А, это какой-то урон. Надо по следам, пацаны, по следам. О, чекпоинт! Хорошо, хорошо, хорошо. Мы прошли! Игры разума, смотрите. Воу, я ничего не понимаю, пацаны. А как? У меня болит голова. Я схожу с ума. Что происходит, пацаны? Что происходит? Ребята, ну это просто лайкусик, ребятки. Это шарик прыгает, надо уворачиваться. Да-да-да, надо уворачиваться, значит смерть. Ой, жесть, он снизу или сверху, или справа? Да вот фиг его знает. Мы с Андрюхой прошли это, мы пробежали. Я не понимаю, что происходит, у меня реально башка раскалывается. Ага, ну там дальше, смотри, Андрюха, еще такие же. А там еще уже. Оу. И еще тяжелее пройти, потому что чекпоинт, блин, нет, страшно. А как понять, где шарики вообще? Я не понимаю, это игры разума. Ребята, это реально игры разума, но мы... Мы, Андрюха, прошли с тобой! Мы прорвались! Воу! Мы прошли, да? Да! Опять сзади бежит. Бобяк, беги, Кэт Оранж! Прохожу, ребята, парни. Ну это просто потрясающее вообще прохождение. Давай, Бобянчик. Да, очень. О, все верно. У меня аж, блин, все плывет. Ага, ну все, погнали быстрее до чекпоинта. Да, сейчас надо прыгать? Да, идем просто. Ух, чекпоинт! Ух, слава богу, друзья, это чекпоинт! Ё-моё, ёкарный бабай! Поехали! Поехали! Поехали со мной! На джипаре кататься! Бабян платит! Бабла на всех хватит! Ебать! Ой, парни, здесь Спанч Боб! О, какой Спанч Боб? А вот, смотрите! Реально! А реально Спанч Боб! Ребята! Реально страшный Спанч Боб! Это может пасхалка какая-то? Да, возможно, кстати. А как залезть? Похоже на то. Пацаны, а не надо было сюда? Не, вон сзади тебя, вон сзади. Ааа, это мы чисто просто посмотрели, что здесь, да, Спанч Боб? Ну да, да, да. Ну типа того. Ага, понятно. Так, парни, погнали. Ждите меня, блин, сейчас я к вам приду. Ждём. Суета? Андрюха, нифига себе, у нас тут разминка. Опа, салам алейку. Ага. Все, погнали, давайте дальше, в канализацию. А где кошмар, я не понимаю. Вообще, друзья, это просто страшилка. Я надеюсь. Думаешь, почти выбрались? Я не знаю, я боюсь. Вау, я упал. И сломал все костики. Валик устащило. А как вы здесь держитесь, парни? Просто бежим. Где? На валике. А, там надо было просто прыгать или как? Или бежать? Ну, до конца. Бежать, да, и потом прыгнуть на лестницу. Так, ладно, бегу. И прыгай. Все, сработало, хорошо. Нормально. Погнали вниз. Погнали дальше. Погнали сюда. А тут еще валик. Все так просто. Пацаны, валик. Там еще второй, третий валик. Валик, Валентин. Все, нормально. Колокол, стучим. Это мы лезем, друзья. Походу мы сейчас выберемся, парни, с вами. Ничего себе. Мы вернулись. Мы вернулись, да. Вышли, что такое? Ё-моё! Дядя, не надо! Огромная паучара, бежим! Дядя, не надо! Сваливаем! Тут по левой! О, он бежит! Зачем обманываешь? Там по любой можно было! Бежим! Да! Андрюха упал! За нами этот гонится в чекпоинт, я успел! Мы прошли это игру. Мы прошли, друзья, и выбрались. Андрюха, ты добежал там? Нет. Я не прошел, парни. Ну что ж, друзья, это конец. Это была страшная история, основанная на реальных событиях. Это был не кошмар. Это была самая настоящая правда. Так что, ребят, пишите, что нам еще такого интересного записывать в Роблоксе. А также не забудьте подписаться на все наши каналы. Ссылочки на каналы парни ищите в описании. Смотрите их видосики и стримы. Ну а вас сегодня веселили, развлекали, конечно, как всегда, Оверфоня и Бобби. Всем удачи, хорошего настроения и пока-пока. Всем братского сердца, дорогие друзья. Адьос, чуваки.